24 июня администрация муниципального образования «Северский район» провела выездную приемную в Ульском городском поселении. Заместители главы администрации и руководители служб района выслушали обращения и просьбы жителей. Много вопросов связано со сферой дорожного строительства. Обратили внимание на отсыпку дорог в поселении и ремонте тротуаров. Также ильчан волновали проблемы жилищно-коммунального спектра, социального обеспечения, вопросы ремонта беговой дорожки на стадионе и дополнительных спортивных площадок. Всего в ходе приема специалисты районной и местной администрации рассмотрели 15 вопросов. В следующий раз приемная пройдет в Северском сельском поселении.